Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Михаил. И вот такой вот мультфильм «Игра». Не видно ее что-то на ярмарке. Алеша Попович и Тугарин Змей. Что-то громко стало. Ну-ка, давай я посмотрю. Вот так вот оставим, да? Так, ну что? Сапог. Похож на мой. Ага. Надо собаке что-то дать, видимо. Хорошо. Давно я в такие игры не играл, на самом деле. Игрушка старенькая. Но мне еще за девицами чужими смотреть. Своих дел полно. Я даже не знаю, что первое вышло, мультик или игра. Не посмотрел, ну ладно. Вы все равно больше разбираетесь меня. Так, вот эта вот бочка. Давайте сюда. Ну что, расскажешь нам? О, бабуля! Бабуля! Здорово, бабуся! А Любава-то где, не подскажешь? Дома сидит, где ж еще? Вон ее дом, с краю площади, забыл, что ли? Понял. Так, а субтитры тут есть? Субтитры. Показывать, давайте сделаем показывать. Ну вот так вот как-то. А давай дедуля. Здорово, Тихон. Любаву не видел? Да не, сегодня еще не видал. Голос шикарный. Ну-ка, тетка самоварная. Уйди, Алешка, не мешай торговать. Хорошо, а ты что? Так, что-то может прихватить. Возьмем на пробу орешек. Орешек. Так, а как? Я же взял, да? Вот он, орешек. Ну, наверное, их белки кому-то давать, ну. Так. Понял, вот сюда зайдем. Открывай богатырю русскому. Козочки. Сюда, давайте еще пройдемся. А мне там делать нечего. Понял. Тогда сюда, братан. Вот сюда. Ну что, сюда я могу зайти, да? Давайте сразу сюда. Нет, не идет он. Не идет. Куда тогда идет? Вот сюда. Ох, я не залезу. А мне без надобности на стол плесть. Это точно. Так, ну что, куда тогда? Сюда не пройдешь? На столб тебе без надобности. Слушайте, я не понял. Ничего, обратно разворачиваться? Какая веселая игрушка. Окей, обратно, так обратно. Да я же брал у тебя вроде. Может еще открою? Можно еще в другую сторону попробовать, где там собака была у меня, да? А мне там делать нечего. Давай уже. Так, это не берется. А-а. Слушайте. Подождите, бежи. Мужик, вот сюда хочу. Пустишь? Одноглазый притом. Да не до тебя теперь мне. Иди своей дорогой. Пошел ты. Пошел ты. Ладно. Сапог не даст. Понятно. Синочка. Слушайте, он не идет, походу, нет? Должен. А мне там делать нечего. Ну и что я теперь? Хорошо. Сюда, сюда, сюда. Ореха может их угостить. Ладно. Давайте сделаем так. Эй, бабуля. Как нет? Слушайте, тут должен быть какой-то выход. Хрен с тобой. Ладно. Что тут можно взять? Взять блины. Ну-ка, Тихон. Здорово, Тихон.
Твою бабу не видел? Да не, сегодня еще не видал. Ну-ка. Уйди, Алешка, не мешай торговать. Понял. Ну что же в это, блин? Бабуля. О, мы возьмем это, нет? Уйди, непутевый. Не тронь товар. Для тебя это. О, блин. Торговля идет, значит, да? Ну вот, получается, сюда. А, мне тут достать надо. Хрень, ну, сейчас я не смогу достать, я так понял. Он ленив. А мне без надобности на стол плесть. Ну, Алёшка, ты что, блин? Куда? Ну вот куда? Орехом натерем. А мне без надобности на стол плесть. Ну, как-то, блин. Хорошо, давайте обратно. Я не думал, что она так... Проблемы такие, может, ну-ка вот сюда. Орехом. А орех? Орех не грех. О! Здравствуй, бабушка. Здравствуй, Алёша. Что ж ты дома сидишь? День-то какой хороший, ясный. Выходи, погуляем, на каруселях покатаемся. Сережки я потеряла давеча. Самые любимые. Вот и сижу, горюю. Вот если найдешь их, то можно на карусели покататься. Ну, сейчас искать сережки будем. Конечно. Конечно. Это я так? Любава, выходи, погуляем, на каруселях покатаемся. Понял. Без сережек не пойду. Нет у меня настроения. Так, сережки. Возьмем на пробу орешек. Орешек и в нее кинем. Хорошо. Может, у бабули спросить? Бабуля, а сережку Любавину не видала? Какие еще сережки? Вот лучше огурчиков солененьких прикупил меня. Бизнесмены. Тихо. Ты сережки Любавины не видел? Видел точно. Побрякушку. У Гришки. Хозяина балагана точно. Ага. Понял. Уйди, Алешка, не мешай торговать. Так, не туда. Давай, 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 давай. Я знаю, у тебя. Слыхал я, что у тебя сережка есть. Ну, есть. Нашел на площади. Заходи в балаган. Ежели победишь в честной драке моего... Отлично, сережка, друзья. Моя. А нет, моя останется. С удовольствием. Давай, Алешка, покажи силу богатырскую. Ух, ну что, бить тебя. Или так? Mortal Kombat, друзья. Так. Как? А, понял, уворачиваться. Блок. Вот так вот. По голове, смотрите, сколько он получает. О, моей жизни, вы посмотрите только. Устанет, нет? Вот так. Стопы, мужик. Ну харе уже, харе. Прячемся. О, пробил ему голову. Ведь у меня жизни-то вообще нема. Еще пробил. Ну блин, я даже могу выиграть. О, с одной жизней, друзья. Достал ты. Отлично. Нокаутировал его. Ну, не знаю как, конечно, вначале, знаете, пошел в тупую, потом уже. Ух, научился блоки делать. Ну что там? Выходить мне уже надо, да? Сейчас за сережкой. Куда? Куда? Вот сюда. Больше ничего никто не даст. Сережку-то отдай. В честном бою выиграно. Да на, забирай. Отлично. Отлично. Полетели к своей любви. Ви. За бабушка или как ее зовут? За бабушка. Так, 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 так. Поехали. Не понял. Понятно. В общем, общаемся так. Любава,
Выходи. Баба и забава. Без Сережек не пойду. Да знаю. Нет у меня настроения. Для здоровья полезные. Вот так. Любава, я принес Сережку. У меня их две было. Пойди. Офигеть. Вторую. Ее красоты. Ну-ка, бабуля, говори, где вторая. Бабуля, а Сережку Любавину не видала? То же самое будет, да? А на столбе много всяких сюрпризов висит. Может, там и Сережки есть? Ага, поехали. Вот нам пригодился этот столбик. Залезу я на него. Сейчас уже ему с надобностью. Так, вот здесь вот я... Конечно. Понял. Силушку богатырскую экономь. Походу я сейчас не залезу. Давай. Ё-моё. Ну, первый блин комом, конечно, ну ладно. А мне без надобности на стол. Я все, что ли? Молодец, я думал, не взял. Ну что, за бабушка. Бабушка, блин, я ее все за бабушка. Так, подождите. Вот так вот. Баба, я принес тебе сережки. Ой, как я рада. Ура. Спасибо тебе, Алешенька. Пойдем теперь погуляем. Вот так вот, просто так. Скажу сразу, без меня вы в этой истории не разберетесь. Однозначно. Алёша богатырь, он главный герой. Меня, значит, богатырского коня партнер. Любава невеста героя. Тихон, ну этот старик с бородой. Он, скажем так, старший товарищ. Правда, старик умом не блещет. Не знаю, зачем его Алёшка за собой таскает. Так вот, значит, пришло войско тугарское на землю ростовскую. Оставили свое послание и ускакали прочь. А послание-то, посмотрите, на ихнем басурманском языке написано. Интересно, как они без меня это послание прочтут. Так, это, наверное, перевернуть как-то надо. Ну что, погуляли, что ли, уже? Вот тугаринцы проклятые. Пришлось ворота за ними чинить. Говорят, они какое-то послание оставили. Понял. Пойдем посмотрим. О, Тихон, Тихон, Тихон. Что делать-то будем? Не знаю. Ладно, прочитаем. Смотрите, взять что-то можно, нет? Все закрыто. Давай, куда пошел? Алешенька, читай. Как его прочитать? Да. Злая собачка. О! Оу-е, друзья. Смотрите, он со мной. Наверное, сейчас к Бабаге какой-нибудь пойдем, она прочитает. Ну что? Умный дядька? Слыхали? Тугари к нам наведывались. Тугари. Да слыхал, слыхал. Все, пока. Понял. Камень, так, так. Ну что, Тихон, будем делать, я даже не знаю. Топорик. Дальше, что ли? Давайте дальше сходим. Эта дорога ведет к ведуну. Но он тугаринского языка не знает. Да и беспокоить его не хочется. А кто знает? Эта дорога ведет к ведуну. Но он тугаринского языка не знает. Да и беспокоить его Слушайте, не хочется. Слушайте, я ступил, наверное, да? Вот так вот. Ну, давай. Умнейший. А можете вы грамоту тугаринскую перевести? Могу. Могу. Да вот только заковыка одна есть. Азбука тугаринская для этого нужна. А я ворона украла. Принесешь азбуку, переведу твою бумажку. Ой, вот это да. Так, ворона. Ворона. Надо орехов в нее кинуть нафиг. Наверное. Пока не вижу. Ну-ка. Что делать-то будем? Тихо. Чем бы нам эту птаху уговорить книгу отдать?
Читал я в одной книжке научной, что они, твари эти летучие, Побрякушки всякие любят. Точно. Брошки там разные, золотишко, серебришко, платина. Ладно. Золотишко? Наверное, сейчас за сережками пойдем. Сапог он мне не отдаст. Хорошо. Злой песик, плохой песик. Так, ну что? Бабуля. Бабуля. Бабуля, не подскажешь, чем ворону приманить можно? Этих воришек прогонять надо, а не приманивать. Они ведь только увидят, что блестящее да яркое. Клювы разинут и в момент утащат. И не выманишь у них обратно. Хорошо. Все-таки у Любавушки надо взять. Ну что, Любавушка? Надо землю русскую от злодея Тугарина спасать. Тут твоя помощь пригодилась бы. Сережка твоя нужна. А чем же может помочь Сережка против злодея Тугарина? Да есть тут одно дело. Ладно уж, бери. 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 Окей. Ну что, Алешенька, давай. Сейчас пройдем. Окей. Дальше. Сюда. Так, ворона, ворона. Ну-ка. О, плюс-то разинул. Все? А, то есть мне даже не надо было обмениваться с ней, нифига. Оу, ей, детка. И сережка цела. Молодец. Подождите. Мне надо... Да, все правильно, в принципе. Нашел я азбуку. Переведи послание и сделай милость. Ну, давай. Так, азбука собрать есть? Собрать дань в 24 часа. Отлично. Все. Больше ничего здесь нет. Все? Собрать дань в 24 часа. Тихо, что ж делать? Собирать. Да, беда. Надо идти к ведуну совет просить. Так, ведун. Здесь он есть? Я что-то не помню. Наверное, есть, раз ушел. О! Так это и есть ведун. Предсказатель земли русской. Он что-то не похож. Ну да, вроде он и есть. Дома, правда, я его не видал. Не похож. Не стоит зря человека беспокоить. Боится. Не стоит зря человека беспокоить. Может так вот? Ну-ка. Тут вот Тугарин послание прислал. Требует собрать дань в 24 часа. Послушай. Тугарин, грамота. Точно. Собирай дань. Да. Беда. Он сам как Тугарин. Что ж делать-то теперь? Есть у меня одна задумка. Подойди, Алёша, поближе. Я тебе расскажу. Он наведёт. Я думал, сейчас что-то сделает ему плохое, нет? Ну что он рассказал? А что, хороший план. Только вот где камень взять? А, закрыть они хотят их. Ну, Тихон. Теперь я знаю, как спасти землю русскую. Пришел конец племени басурманскому. Что-то... И снова я. Ну надо же, сколько золота насобирали. Вроде посмотришь, одни хибары. Ну да, как в мультике все. Где забор завалился. Посмотрите, сколько золота по огородам накопали. Ладно. Опять отвлекся. Итак, все идет по плану. Золото собрали. Теперь надо большой камень найти, чтобы вход в пещеру перегородить. В общем, ну что, друзья, давайте, на сегодня я закончу, а то так всю игру пройдем. Спасибо всем, кто меня смотрел, говорите, играли вы в эту игру, нравится, не нравится вам игра. В общем, а с вами был Михаил, всем пока.